Ну а теперь все внимание на Томаша Загорного. Сейчас он будет прощаться с публикой на Платинум Арене. Не знаю, всплакнет ли Томаш Загорный, не исключая, что да. Потому что момент, конечно, очень сентиментальный. 6 лет в Хабаровске. Сегодня отметился голевой передачей. Большая часть жизни Томаша прошла в Хабаровске. Далеко не просто играть за этот клуб. Клуб, который не так часто имел возможность бороться за плей-офф и не так часто туда попадал. Но все-таки так получилось, и действительно желаем ему удачи. Ну и вспоминаем самые яркие моменты карьеры Томаша Загорного в Хабаровске. Я уже вспоминал о том, что капитан хабаровчан сегодня проводил, получается, 313-й матч. 64 заброшенные шайбы и 100 голевых передач. 164 очка у капитана хабаровчан. Ну что же, спасибо, друзья, за внимание. Вот такой вот сентиментальный момент, на котором мы и заканчиваем нашу трансляцию. Спасибо Томашу Загорному за то, что он так долго выступал в КХЛ. Александр Ниценко следил за этой игрой. Всем счастливо!